И благодарю тех, кто вышел, зашел заново по имени, фамилии. Все, мы с вами начинаем, и я сейчас загружу следующий слайд. Ну, надеюсь, что расписание вы все помните, вы все знаете, оно перед вами. Расписание мы скидывали везде в чатах. В общем, вы знаете, что вся неделя у нас загружена полностью. Я повторяться на это и как бы тратить время не буду, да, потому что все это у вас есть. Я хочу перейти к слайдам. Сейчас, секундочку, буквально минутку я загружу. И я хотела бы обратить внимание сегодня на тот момент, значит, самый важный, который на сегодняшний день является, и то, что очень многие не знают, но сегодня поступают вопросы. И, в принципе, прошлая неделя, вот, которая у меня была, во всяком случае, очень-очень плодотворно именно по работе с бизнесменами, по работе с теми партнерами, которые заходили в компанию Либертаджа с деньгами, покупали пакеты. И, конечно же, вопрос всегда у нас заходил о страховках. И как можно, я знаю, что очень многие знают о страховках, но, может быть, не каждый до конца понимает, что это такое. И вот я хочу еще раз вам сказать об одном продукте, еще раз сегодня напомнить и немножечко как бы сделать такой акцент, потому что модераторов, спикеры, которые будут на этой неделе, на следующей и дальше будут проводить презентации, я вас очень прошу, включайте тоже в свою презентацию, буквально пару слов, может быть, там слайдик такой, да, где вверху будет название, когда мы будем говорить, когда вы говорите о продуктах, тоже наш продукт Salva Liberta, это продукт, который называется страхование пакетов. Почему на сегодняшний день это очень важно и очень актуально? Как раз вот этот раздел, эта рубрика для тех, кто боится сегодня заходить с деньгами. Это рубрика для тех, или эта программа, этот продукт для тех, кто сегодня, ну, например, были партнеры, которые были в каких-то компаниях, были партнеры, которые, или будут у вас партнеры, которые инвестировали деньги когда-то где-то и потеряли эти деньги, да, ну, неправильно по своей, там, не знаю, по незнаниям, а может быть, экономические и политические факторы сыграли, это тоже отрицать сегодня нельзя. Вы видите, да, как, простите за выражение, колбасит наш рубль, да, по отношению к валюте туда-сюда прыгает. Поэтому, конечно же, мы только смотрим, как взметается вверх, то ввысь, то вниз, да, на каком уровне нефть, на каком уровне доллар, на каком уровне евро, на каком уровне рубль, то туда, то сюда, и причем колебания такие достаточно серьезные. И, конечно же, эти факторы, они имеют место быть сегодня у нас, и, естественно, очень многие сегодня, может быть, и хотели бы, потому что, поверьте мне, ребят, еще раз вам говорю, у людей есть деньги, просто они не знают, куда, как правильно их вложить, и не знают, как правильно их распределить. У вас сегодня есть возможность показать и рассказать, что у нас есть замечательный продукт, а куда лучше, чем в продукт вкладывать деньги, правда? Сетевого маркетинга я имею в виду. У нас есть замечательный продукт, но есть такая опаска людей, как бы те люди, которые боятся, потому что когда-то обожглись, да? И вот как раз для такой категории людей у нас существует страховка. И, к сожалению, на сегодняшний день не все сегодня знают, какую сумму и как нужно пользоваться этой страховкой. Поэтому буквально 5 минут я уделю вопросу страховки, и дальше открою чат, и вы уже будете задавать мне те вопросы, которые вы на сегодня приготовили. И, конечно же, все эти вопросы мы с вами рассмотрим. Итак, страховая компания, страховка Salva Liberta – это еще один из продуктов, которым мы сегодня пользуемся достаточно успешно. Не могу вам сегодня сказать и похвастаться тем, что заключено уже много таких страховок на при приобретении пакетов, но могу вам похвастаться и сказать тем, что на самом деле очень многие сегодня спрашивают об этих страховках, и то, что компания Либертаджа на сегодняшний день, это, наверное, единственная компания, MLM-компания, которая вышла на рынок, ну вот именно уже после первого года своей работы, именно с таким предложением. А предложение следующее. Застраховать ваш пакет, будь то бустер, сильвер, голд, платинум, либо визионарий на полгода.
года, то есть ровно на 6 месяцев. Почему на 6 месяцев? Потому что любой пакет, который вы сегодня приобрели, как правило, он отрабатывает себя 6 месяцев. Любое правило или золотое правило человека, который вкладывает деньги, а мы здесь вкладываем в пакеты с отдачей этих денег, правда же? Поэтому золотое правило – забери свое. Так вот, эти 6 месяцев, они как раз и говорят о том, от 4 до 6 месяцев мы возвращаем свои деньги, когда мы, покупая один из платных пакетов от бустера до визионарий, при этом выполняя определенные задания каждый день, буквально через 4-6 месяцев, это уже зависит от того, как вы работаете, да? Может быть, со структурой это быстрее, без структуры, чисто на пакетах, вот как бы оно идет около полугода, да, то вы забираете эти деньги где-то примерно через 6 месяцев. Вот поэтому таким образом страховка говорит о том, что вкладывая деньги или покупая пакет от бустера до визионария, вы имеете право застраховать каждый из пакетов. И вы видите, что сумма страховки, она написана вот здесь, ГОСТ, да, в евро. Значит, покупая пакет бустера, он стоит $399, вы знаете об этом, вы платите 60 евро дополнительно, если вы хотите оплатить страховку. Причем, допустим, пакет бустер вам может оплатить партнер, или вы можете новичку оплатить сами из своего авиалабли баланса. Вы знаете новые правила, мы на прошлой неделе это все разбирали, да? Вы можете ему оплатить этот пакет, а вот если ваш партнер захочет, это все по желанию, ребят, еще раз говорю, это не обязаловка. Если ваш партнер захочет оформить страховку на защиту этого пакета, то тогда он оплачивает 60 евро дополнительно наличными деньгами через PayPal. А следующий пакет Silver, он стоит $899. Так вот, при покупке Silver точно так же вы можете оплатить ему через свой авиалабли баланс, да, как это мы делали инвойсы уже на прошлой неделе, я вам рассказывала, то партнер ваш может оплатить, если он желает, у него есть такой страх потери, допустим, да, не дай бог, если какой-то форс-мажор происходит, то страховая компания обещает вернуть деньги в размере 700 евро. Но при этом он оплачивает дополнительно 140 евро. Так вот, смотрите, Silver 899 евро плюс, долларов плюс 140 евро контракт на страховку. И если, не дай бог, что-то в течение полугода происходит, потому что даты все обозначаются в договоре, который вы получите, подпишете внутри между компанией Salva Liberta и вы как заказчик, да, значит, страховщик, то компания возвращает ровно 700 евро, в который входит и покупка или стоимость пакета Silver, и плюс еще эти 140. Но если через 6 месяцев, дай бог, ничего не произошло, и все дальше идет, то есть вы свои за полгода вы точно забрали деньги, вы это понимаете, значит, контракт заканчивает свое действие ровно через 6 месяцев, конечно же, тогда эти деньги не возвращаются, то есть вы заплатили за свой страх. Просто-напросто, выполняя задачи также каждый день, через год вы получите, ну, от той прибыли, которую мы всегда вам показываем и говорим на презентациях, просто-напросто на $140, ой, евро меньше. Вот как бы такой вариант, и так для каждого пакета, то есть там стоимость для каждого пакета своя. То есть если это Gold, ура, видите, да, пакет Gold, он стоит $1599, то 320 евро вы оплачиваете наличными, схема одна и та же, да, либо это партнер может оплатить все наличными, если он только-только заходит, не вопрос, то есть он наличными оплачивает и $1599, и плюс это отдельно уже 320 евро оплачивает через PayPal, то есть разные варианты, то есть за пакет он оплачивает, ну, либо вы ему помогаете сами с помощью инвойса, либо через компанию, а вот 320 – это только через систему PayPal, платежную систему. Думаю, все с ней знакомы, все они знают.
Следующая платинум точно так же. И визионарий, самый большой пакет, это, конечно же, стоимость его у нас около, не около, а 6 тысяч долларов. И стоимость пакета страхового сальва Либерта 1200 евро. Но если вдруг что-то, еще раз повторюсь, произошло за год, и ваш пакет действительно, компания не в состоянии выплачивать какой-то форс-мажор, то компания Salva Liberta, согласно договору, который вы заключаете между сторонами, выплачивает вам ровно 6000 евро, не долларов, а евро. Поэтому сюда входит и стоимость пакета изначальная, и стоимость страховки. Но если кто-то позже хочет, допустим, вы какое-то время тоже поработали и хотите, допустим, сделать страховку, ну, вдруг, да, как-то так, с нашими такими вот экономически-политическими ситуациями, вдруг вам стало как-то напряженно, вы можете отдельно застраховать, выбрать визионарий и дальше там пройти весь процесс регистрации и, оплатив эту сумму, с этого дня у вас будет этот пакет застрахован. То есть, кстати, вот это вот актуальный вариант актуально очень на сегодняшний день при переходе на второй год работы ваших пакетов. Для тех партнеров, которые переходят на второй год, а вы знаете, что если вы желаете продлить пакет на второй год, у каждого в кабинете за месяц высвечивается такая строка, что просим вас перевести деньги, там ды-ды-ды, и там, в общем, написано, на какие счета, да? Вот, и поэтому, конечно же, этот вопрос уже очень актуален, даже на второй год, если кто-то, допустим, ну, боится, вот первый год, а второй, ну, кто знает, что будет, вот карт же еще нет, ну, у кого-то, у каждого страшилки в голове, да, свои. Поэтому вот, чтобы не было таких страшилок, чтобы было для вас все понятно и законно, пожалуйста, пользуйтесь этим продуктом. Во всяком случае, рассказывайте об этом продукте, потому что он у нас есть, и каждый партнер в любое время, когда он захочет, ну, я имею в виду, конечно, не через полгода, да, а когда он захочет, во всяком случае, в течение первого-второго месяца работы пакета он может заключить уже такой договор с Salva Liberta для того, чтобы застраховать этот пакет и уж действительно спать спокойно, потому что это есть гарантия. Вот как бы такой момент, на который я хотела сегодня обратить ваше внимание, потому что это сегодня имеет место быть. Я говорю, вот прошлая неделя была настолько плодотворная именно по работе с пакетами, с партнерами, что вот этот вопрос, он просто сам стал само собой. Да? И очень многие уже стали об этом спрашивать, единственное, не все это понимают. Значит, где он находится у нас в бэк-офисе? Это под разделом «Финансы», Salva Liberta так и называется. Когда вы на него нажмете, вас вынесет на отдельный портал. Там вы выбираете, конечно же, не Италию, если вы не в Италии, а мы с вами не в Италии, да, а выбираете другие страны вы выбрали, и вас сразу же вынесет там на целый лист, где вот есть вот эти вот расценки, и дальше как пройти процесс оплаты. Ну, опять же, ребят, не все всем понятно, мы не стали здесь, честно говоря, делать ролики так обширно, потому что, честно говоря, не знаю, как для нашего постсоветского пространства, для Европы это, конечно, очень актуальный вопрос. И во всяком случае, по большей степени европейцы, конечно, интересуются именно вот этими вопросами страхования, потому что, вы знаете, у них как бы культура немножко другая, нежели у нас на постсоветском пространстве. Они привыкли страховать абсолютно все, у них и жизни застрахованы, да, у них квартиры, дома, машины, у них все застраховано абсолютно, они так живут, и поэтому для них, наверное, ну, более так спокойная жизнь, потому что действительно все под страховками, да. А у нас немножко не так, потому что мы даже и жизни своей не страхуем, что там говорить, Господи, греха таить, да? Ну, это так. Поэтому, конечно же, у вас будут, ну, я думаю, что надо к этой культуре немножко приобщаться. Очень плохо, что мы этого не делаем. А надо к культуре приобщаться, потому что страхование – это на самом деле сегодня защита, и защита очень серьезная. Вот. Ну, надеюсь, что это понятно. Опять же, я говорю, инструкции мы не делали. Если будет необходимость и будет такой, ну, как бы говорить вы об этом обязательно должны, да?
Но если появятся те партнеры, которые хотели бы на сегодняшний день заключить такие договора, выходите на меня, мы будем в индивидуальном порядке проходить все эти шаги. И, в принципе, сложного там абсолютно ничего нет. А вот, главное, что все это действительно работает, это все проверено. Так что, ребят, на самом деле, пользуйтесь этим продуктом. Так, что у нас на сегодняшний день еще самое важное, что было на прошлой неделе, ну, эта неделя рабочая такая же, как обычно, у нас также проходят обучающие мероприятия, то, что ребята делают, и еще раз выражаем свою благодарность, потому что действительно, независимо ни от чего, они вкладывают свое время, инвестируют в каждого из нас с вами, потому как действительно мы нуждаемся в этой помощи, да, в этом обучении, что на Фейсбуке, то, что Юрий нам помогает, что в рамках интернет-бизнеса на просторах как бы вот интернет-порталов, да, то, что Люда помогает. И, конечно же, если кто-то из вас, у кого-то есть какие-то такие мысли по поводу еще проведения каких-то школ, мероприятий, конечно же, обращайтесь, мы будем с вами рассматривать, потому что на самом деле здесь есть чему учиться, и на это обучение у нас и время есть, и спикеры есть, и партнеры есть, которые выражают свое, пожалуйста, ну, отзывчивость, да, так скажем, поэтому еще раз большая благодарность. Я думаю, что многие из вас уже воспользовались Фейсбуком, уже что-то там делают, да, какие-то вещи, воспользовались этой программкой, которую Юра дал, я надеюсь, во всяком случае. Мне, честно говоря, очень хотелось бы от вас услышать хоть какие-то отзывы, что действительно это как-то получается, помогает. Вот буду рада, я сейчас открою чат, буду рада услышать какие-то отзывы. Ну и, конечно же, вопросы, которые у вас есть. Сейчас я открою чат на все окно, ребят, секундочку, на это поле, чтобы у нас был только чат. Вот, чтобы у нас был только чат. Секундочку. Так, что творится в компании, где карты, где выплаты по картам? Ну, ребята, на прошлой неделе, не так давно, в среду мы собирались, вы видели два ролика Руи Сальвадора, поэтому официальные ролики все есть на сайте, читайте их, смотрите, более того, мы делали перевод, так что, думаю, ваши вот эти вот высказывания, они как бы совершенно ни о чем. Так, если поменялся адрес, декларацию нужно заполнять и отсылать. Алла, если поменялся адрес, вы адрес можете поменять в своем бэк-офисе в разделе «Профиль», потому что там это доступно для исправления адреса, и можете сразу же подтверждение этого адреса отправить, потому что документ заменяется один другим. Поэтому что нужно декларацию, на что писать? Это когда вы не можете изменить, а вы не можете изменить имя, фамилия и email, допустим, да? Вот тогда вы пишете декларацию, чтобы компания сама вам изменила, то есть программисты изменили. А то, что касается адреса, нет, вы меняете спокойно и отправляете подтверждающий документ, и он заменится. Только единственное, выйдите, сохраните, вернее, сохраните, потом выйдите и опять зайдите и проверьте, у вас должно все измениться. Только единственное, что правильно измените, все-все заполните. Вот Лена в четверг показывала уже много-много информации по этому поводу. Вы видели, что на прошлой неделе не заплатили за 44-ю неделю только тем, у кого были ошибки, вы это прекрасно видели, да? Допустим, все-все стояло, телефон не стоял, все. Допустим, в первой строке стоит улица, дом, квартира, второй, третий ячеечки, они пустые, там, где должен быть дом, там квартира. Ну, как бы вот такие мелочи, можно сказать, но программа, понимаете, считывает каждую абсолютно строчку, это не вручную. Это будет уже автоматическая авторизация, и, конечно, повторно уже, ну, я надеюсь, во всяком случае, что нам дали ответ, что уже не будет повторных вот таких вот переводов документов, да, ну, я имею в виду еще раз повторно. Так, я могу переоформить на себя аккаунты дочери, у нее бустер. Нет, переоформить вы не можете, это есть условия компании. Вернее, вы можете переоформить по условию компании, заплатив за переоформление в размере, по-моему, около 400 долларов. Честно говоря, сумму не помню. Но достаточно много. Для бустера, для бронзы это совершенно нереальные цены.
Поэтому просто введите эти аккаунты сами. Я думаю, что документы, наверное, же у дочери есть, там документы я имею в порядке. Поэтому введите просто эти аккаунты всего лишь. Это будет лучший вариант для вас. Но такие деньги платить для таких маленьких аккаунтов, я думаю, это, наверное, ну, наверное, для вас нереально, да? Так, спасибо за конференцию. Пишу из Армении. Вопрос связан с этими задержками, что компания не оплачивает. Ребят, еще раз вам говорю, ролики Руи Сальвадора, он все об этом говорит. Это не ко мне вопрос абсолютно. Так, скажите, пожалуйста, могу сейчас вывести все заработанные по сегодняшний день деньги и выйти из проекта, пока меня инсульт не шибанул заданиями, ясно. Так, спасибо Юрию за его программу. Вот, видите, классно работает. У меня появился партнер из Бразилии. О, Варвара, я вас поздравляю. Вот, пожалуйста, ребят, вот он результат работы, когда партнер, Варвара в данном случае, приняла все обучающие мероприятия, какие есть. И, естественно, да, Юрию действительно большая благодарность. Я думаю, что это не единственный отзыв у нас будет. У нас будет еще и еще много результатов, когда действительно мы выходим на международный уровень. Потому что очень многие партнеры не могли понять, как выйти на европейский уровень или на международный уровень. Вот, пожалуйста, результат, Варвар. Я вас очень-очень поздравляю от всей души и желаю вам расширения вот этой вашей структурки, чтобы она была многонациональна. На самом деле очень интересно работать с серьезными партнерами из разных-разных стран. А всегда из партнеров будут еще и серьезные партнеры, поверьте мне. Поэтому не бойтесь, делайте, из количества всегда будет качество, и у вас будут приверженные такие партнеры именно Либертаджи, которые действительно поймут, что это за бизнес. Так что успехов вас и хороших доходов, конечно, вам вместе. Так, дальше давайте, пожалуйста, ребят, еще вопросы. А вот Лена написала 499 за переоформление. Закид, когда будут платить, так, закид будем платить только тогда, когда появится алерт. Следите за официальной информацией, более того, как только появится информация и инструкция, мы обязательно и мы вам скажем, и вы это уже увидите. Только все делаем по алерту, делаем все по официальной информации компании. Так, если я сделала все необходимые изменения в бэк-офисе по своему профилю, мне нужно писать тикет. Значит, поддержка ответила таким образом, что если вы все исправили на сегодняшний день, у вас все в бэк-офисе исправлено, то за 44-ю неделю автоматически за 44-ю неделю автоматически поставят за 44-ю и за 45-ю, да? Ну и дальше эти аккаунты уже будут работать в нормальном режиме. Если, допустим, вы еще не исправили, исправляйте как можно быстрее. Если партнеры, у которых было все правильно, и они все-таки не получили за 44-ю неделю, вот только таким партнерам писать тикеты. Всем остальным тикеты писать не надо. Так. Так. Мы все хорошо знаем, что многие делают задания за иметь своих близких. Есть некоторые люди вообще не могут иметь какой-то коммунальный счет, квитанцию, документ. Ребят, когда вы заходили в Либертаджи, ровно год, второй год мы уже твердим одно и то же. Компания Либертаджи принимает всех на бронзовый пакет. И мы начинаем с бронзового пакета, но только тех партнеров, которые сделали верификацию. И условия верификации мы об этом говорим изо дня в день, из конференции в конференцию, из каждой недели в неделю. Поэтому это условие не вдруг свалилось на вас, а это условие компании изначально. Поэтому если вы знали такое условие и вдруг завели людей так на авось, то, в принципе, ну, это ваш вопрос, да? Так, будет ли возможность апгрейда на бесплатных пакетах? Как мы это делали? Сначала на бустеры, со второго, допустим, апгрейд на серебро. Ирин, что касается апгрейдов, честно говоря, не могу сейчас ответить на этот вопрос однозначно. Могу только сказать, на прошлой неделе, да, мы делали эти апгрейды, но эти апгрейды были доступны только с авиалабли баланса.
Как это будет дальше, инструкции у нас пока не было. Поэтому неделя только это началась. Эта неделя будет насыщена, естественно, новостями. Вы должны это знать и терпеливо ждать. Вы понимаете, что понедельник – это новости, это то, что мы разбор полетов за прошлую неделю. Что касается новостей, они приходят вторник, среда, четверг. И следующий понедельник мы уже разберем какие-то новости, ответы на вопросы, то, что было на этой неделе. Мы не можем вперед разбирать какие-то новости и какие-то ответы на вопросы здесь в понедельник за ту неделю, которая еще только-только началась. Поэтому, Ирочка, на этот вопрос, конечно, мы дадим вам ответ только тогда, когда получим его сами. А все эти ответы мы получаем, в принципе, вы можете этот вопрос, кстати, написать в суппорт. И вы 100% получите ответ уже сегодня, я так думаю. Пока мы еще ждем алерты, пока мы ждем новые видеоролики, которые для нас готовит Руи. Так, контакты Юрия я здесь написать вам не могу, у меня под рукой нет, но у него есть чат. Попросите своих лидеров, попросите, ну, кого-то из партнеров компании, чтобы вас в этот чат просто-напросто Юры завели, и дальше вы уже будете следовать тем инструкциям, которые он дает. Так, проблема в том, что у нас в стране коммунальные счета идут автоматом. На квитанции нету имя, фамилия, нету печати. Не имею понятия, ребят, как решать вопрос в ваших странах, я не знаю. Возьмите банковский счет, у каждого человека есть счет в банке, у каждого. Каждый человек что-то в банке оплачивал. Нет такого, чтобы этого не было. А там есть и фамилия, и имя, и... Ну, ребят, ну что ж мы как в первом классе, правда? Я думаю, когда вы захотите, вы решите этот вопрос. Так. Как сейчас понять, правильно ли заполнены данные профиля? Элементарно, вы смотрите ролик, который в четверг Лена Любка буквально подробно показывала, и если поля все заполнены, вы точно будете знать, что данные заполнены. Ребят, ну там же все просто. Так, что за программа, наверное, пропустил. Ну, Дмитрий, обращайтесь к своему спонсору, потому что у нас есть обучение. Что касается Юры, да, наверное? Леночка, к вам тоже так же. Обращайтесь к спонсору или к партнерам, вас заведут в чат Юрия, и вы получите все инструкции, потом будете передавать своим партнерам. Я думаю, что это, ну, такие, как вам сказать, хорошая возможность поучиться, правда? Так, вопрос по кликмастеру. Даю много рекламы, минимальная реклама $50, 5000 показов. Рекламу показывают 5000 показов за сутки, за месяц лично оплатил более $2000, результат ноль. Это проблема. Ирочка, но я не пойму, конечно, вашего вопроса, в чем проблема. То, что результат ноль, это не говорит о том, что компания не выполнила свои условия. Рейтинг вашего сайта 100% был наверху, да, потому что пока количество кликов было соответствующее тем деньгам, которые вы завели, насколько я поняла. А вот то, что отзывы и результат ноль вашего, допустим, сайта, какой вы дали, ну это уж, наверное, не вопрос компании. Ну, ребят, ну что вы. Так, возможно ли трансферы между бронзой и бустером? Конечно, нет. Мы об этом говорили не один раз. Эти трансферы возможны, начиная с серебра. Так. Послушайте, уважаемый Тигран Тарбиян, да, если я правильно, конечно, вас называю, извините, если ошиблась. Я, конечно же, в своей стране живу, не в вашей. Но и каждый человек не может иметь банковский счет. Я вам рассказала всего лишь о правилах компании. Ни я не вправе их менять, ни я, ни вы однозначно. Поэтому либо вы делаете по правилам компании, либо просто отойдите в сторону. Я не могу вам ничего здесь ни сказать, ни подсказать, кроме того, что есть в правилах. Давайте мы эту тему закроем. Пишите этот вопрос в тикет, если вы не слышите меня, о чем я вам говорю. Так. Поменяла паспорт. Нужно заполнять декларацию или просто загрузить новый? Галина, так как вы поменяли паспорт, у вас 100% поменялся номер паспорта. И номер паспорта вы уже изменить
в вашем бэк-офисе внутри в профиле никак не сможете. Поэтому, загрузив новый паспорт, вы, конечно же, должны писать в тикет, чтобы вам поменяли именно в профиле этот номер, чтобы у вас все соответствовало. Так. У меня истек в октябре год, работала практически сама, денег ни разу не выводила, что дальше? А истек в октябре год чего, Татьяна? Если вы сами работали, у вас не мог истечь, работа бронзового пакета не имеет срока. На платный пакет год назад вы заходили? Напишите мне. Вы могли зайти только на платный пакет, ввести деньги. Но если завели деньги и не вывели в течение года, значит, вы их реинвестировали, сделали кучу аккаунтов. Других вариантов нет, ребят. В прошлом году мы тоже заходили в октябре с деньгами. Мы свои деньги 100% забрали уже к январю месяцу. Причем с января вывод на банк был. Кто выводил, естественно, тот знает. Поэтому не рассказывайте мне сказки о том, что если вдруг... А вот если у вас просто бронзовый пакет, и он год, он не имеет срока давности, ради бога, работайте дальше, нет ничего страшного. Так, какие еще? Так, ребят, по поводу справок я не буду сегодня даже отвечать. Уже школа была, уже куча инструкций, всего. Давайте мы не будем тратить на это время. Давайте серьезные вопросы, те, которые сегодня мы могли бы с вами решить. На прошлой неделе покупала бронзу, два бустера за коптив. Да, конечно, я говорила в среду об этом, вторник, среда еще была возможность, в четверг уже такой возможности не было. Попробуйте это сделать сегодня. Ребят, ну есть же условия, изменились условия, значит, давайте уже правила как бы тоже понимать, да? Так, почему оплачивать кит, если мы еще ничего не получили от компании? Не понимаю. Ясно, Динар, открывайте условия компании и смотрите то, что сказано. Так. Речь идет о показах, если Google берет 50 долларов, оплата за месяц, определенное количество. Ирин, смотрите, если вас не устраивает, допустим, сумма и количество показов, что касается кликмастера, пишите о своих замечаниях, о своих вот таких вот, ну, как бы вещах, то, что вам непонятно, да, например, вас не устраивает. Пишите в суппорт, пожалуйста. Так. Лариса, скажите только это. На квитанциях важно имя, фамилия или адрес? На квитанции важно имя, фамилия и адрес. Это и есть подтверждение адреса на ваше имя и фамилия. По-другому квитанция как бы... Но это у нас так, видите, я же не знаю, правда, как у нас, как у вас. Поэтому, вот, честное слово, пишите этот вопрос, сделайте прям скан квитанции, как у вас есть, и напишите это в суппорт, что... Прямо пишите ситуацию. Мы живем в Армении, у нас вот есть квитанции, допустим, я, честно говоря, даже первый раз такое слышу, вот ей-богу, что нет имени, фамилии, адреса. И прямо пишите эту ситуацию и приложите скрин. Как это у вас выглядит в вашей стране? И я думаю, что этот вопрос решится однозначно. То есть вам подскажут, конечно же, как лучше для вас. Потому что, правда, я не могу вам ответить на этот вопрос, честно. Так, за август не было начисления от продаж со структуры. Да, от продаж не было начисления ни у кого, не только у вас. Так, на второй год можно купить пакет. Стоп. На второй год можно купить пакет с другого аккаунта или все равно через компанию заводить. Значит, Елена, смотрите, когда у вас закончится год, за один месяц до окончания срока работы вашего пакета, у вас вверху в бэк-офисе, в дашборде, появится сообщение, это конкретно у каждого так будет индивидуально, да? У вас появится сообщение о том, что вам необходимо оплатить, и там будет инструкция, как это все сделать. Значит, если у вас есть какой-то вариант, который вы могли взаимозачетом предложить компании, вы пишете письмо, вы пишете тикет незамедлительно.
на рассмотрение компании. И дальше вы уже будете действовать согласно той инструкции, которая вам дана. Либо компания вам дает через другой аккаунт, точно знаю, что этого не будет, через других каких-то аккаунтов это однозначно нет. Вот. Но если вам компания с вашим именно аккаунтом дает какой-то взаимозачет, она это сделает. Если нет, значит, она вам даст инструкции, согласно которых вы должны будете просто-напросто продлить на второй год или там оплатить на второй год, как хотите это называйте. Ну, в общем, продлить свой аккаунт на второй год работы. Вот так, активировать, да? Перевод с карты, вот Андрей, мы вот именно этой инструкции, как это будет выглядеть, и ждем от Руи на этой неделе. И именно вопросы вывода денег, как это будет с 1 по 10, или эти числа не будут иметь уже актуальности и так далее. Очень-очень много-много новостей дальше, которые мы ждем, мы с вами увидим уже из ролика буквально завтра-послезавтра. Следите все ТВ Либерта, да? В вашем бэк-офисе ролики Руи Сальвадора, и там всегда есть перевод на русский, потом еще переводят. А, кстати, на сайт Воронку заходите, потому что первый, как никто, Саша уже делает, переводит и уже полностью с переводом, с инструкциями, все-все скидывает. Поэтому, ребят, тут даже можно вопросы, честно говоря, особо не задавать, потому что все ответы на вопросы, вот все абсолютно, в свое время, конечно, когда есть уже эти ответы, они все находятся на нашем сайте Воронка. Поэтому пользуйтесь этим сайтом. Я же говорю, и утром, и вечером заходите, и вы всегда будете видеть все новое, то, что нам необходимо знать именно по нашему с вами бизнесу в Либертадже. Так. Почему нельзя зайти выполнить работу сегодня в бэк-офисе? Ну, наверное, в понедельник, как всегда, вы знаете, идут технические работы, поэтому зайдете позже, либо доделаете выходные. Прекрасно знаете, у нас есть, в принципе, время для этого, правда же? Так, при покупке страховки по истечении 6 месяцев, если нет форс-мажора, страховая сумма возвращается или какая-то ее часть? Нет, конечно, Ирочка, никакая часть не вернется, как при любой страховке. Если у вас с вами, ну, дай бог, да, ничего не случилось, как страхование жизни там и так далее, дай бог ничего не случилось, а срок страховки закончился, то, конечно же, никогда ничего нигде не выплачивается, вы это знаете, да. Но если, не дай бог, за эти полгода что-то произошло, то вам, так как вы заключили именно договор, страховая компания выплачивает, и вы видели, я показывала, какие суммы выплачиваются, если в течение вот этих 6 месяцев, да. Так, ну, новички, ребят, понедельник у нас не новички, да, у нас не школа для новичков. Новички, пожалуйста, вторник, среда, четверг, пятница, 4 дня. Вы будете знать, заходите на наши презентации, заходите на школы. Более того, вас же кто-то пригласил, Татьяна, правда? Спросите, какие задания, что мне нужно выполнить, сколько я буду получать, ну и так далее, и тому подобное. Это такие рабочие вопросы. Поэтому понедельник у нас встреча только с партнерами компании. Так, дальше. В графе «Город» нельзя выбрать Севастополь, так как все документы российские. Севастополь выбирается по Украине. Что делать? Алин, но мы эти вопросы нужно писать в суппорт, конечно же. Мы, в принципе, они уже знают об этом. Технические моменты исправляют, соответственно, программисты. Поэтому, да, все сказала. Видите, вот Лена Любка, оказывается, в четверг все говорила, поэтому четверг найдите презентацию от четверга на той неделе и послушайте, что сказала Лена. Поэтому. Так, что еще, какие вопросы? И в понедельник, и в четверг. Вот видите как. Достаточно прослушать нашу презентацию, да? За прошлую неделю прослушайте все новости, прослушайте все конференции, посвятите этому время, и вы точно найдете многие ответы на вопросы. Так, что, все, вопросы я вижу, что либо повторяются, либо как актуальных нет. В общем-то, ребят, надеюсь, что вы все поняли. Мы ответ на этот вопрос хорошо не слышали.
Если все заполнено, надо писать. Ага, значит, если у вас, смотрите, еще раз, по прошлой неделе, за 44-ю неделю, я так понимаю, да, вопрос. Значит, если у вас не все заполнено было, и вы на прошлой неделе не получили деньги за 44-ю неделю, но вы зашли, все заполнили как надо по инструкциям, которые давали, Лена все разжевывала прямо вот в четверг, да, еще раз прослушайте вот эту школу ее, именно Лена и Любка по заполнению профиля, все увидите и поймете, то тогда вам ничего писать не нужно, все эти аккаунты будут зачтены, и программа их считает и зачтет 44-ю неделю вместе, как я понимаю, 45-й. Но если у вас все было правильно, но только проверьте 150 раз сами и пригласите еще спонсора или какого-то, кого-то, кто правильно заполнял и ну, хотя бы трансферы проходили у партнеров, да, чтобы вместе, один говорит, одним глазом хорошо, а с четырьмя еще лучше. Вот. И чтобы вы вместе проконтролировали, посмотрели. Если действительно все правильно заполнено, то тогда вам обязательно нужно написать письмо. Только в этом случае, если правильно. И не начислено за 44-ю. Во всех остальных случаях не надо, ребят. Так, с бронзы купить бустер внутри. С каких денег можно? С коптив баланс. Ой, с бронзы внутри бустер купить. Насколько я помню, знаете, Люб, давайте мы вот этот вопрос уточним. Потому что, честно говоря, мы вот не пробовали, надо попробовать, между прочим. Насколько я поняла, что с бронзы остался тот вариант, который был раньше, то есть баланс плюс коптив. Но они должны это все по программированию доделать, поэтому пока ничего не делайте, мы все это уточним и обязательно вам все это скажем. Пока ничего не делайте, пока вот тюкайте и тюкайте потихонечку, да? Я так думаю, что у вас еще деньги накапливаются. Так, задачи выполняются стабильно во всех браузерах. Вы почистите кэш. А, уже открылись, да, задачи? Окей. Нет, ну понедельник, как всегда, вы уже должны это понимать и видеть, что компания реально, она работает в реальном режиме времени, поэтому все, что-то меняется, что-то программируется, что-то исправляется, какие-то вещи. А потом не забывайте, что 99% то, что делаем мы неправильно, правда же? Ну, я имею в виду те же заполнения данных. Кто-то умышленно поставил другие данные, вообще свои, там, не знаю, от фонаря. Сегодня недоумевает, почему у него не проходят там трансферы или деньги не выводятся. Или эти компания не может поменять эти документы. То есть, ну, мы же сами делаем своими руками или делали когда-то тоже какие-то неэтичные вещи. Сегодня пожинаем плоды. Все, кто сделал все правильно, я думаю, вопросов нет, правда же? Если они есть, то они решаются. Так что, ребят, думаю, на этом мы закончим, потому что уже одни и те же вопросы, и они касаются именно и прошлой недели. Да, Леша, спасибо большое. Все, что вам необходимо, это пользоваться каждый день, пользоваться утром, днем, вечером нашим сайтом «Воронкой». Все заходите, регистрируйтесь, приглашайте своих людей сразу же, давайте свою ссылочку на этот сайт, пусть они регистрируются. Это одна вещь, вы всегда будете в курсе дел, потому что Саша тут же сходу отправляет информацию, переводит, ролики появятся на этой неделе, они будут тут же переведены, кто не умеет, кстати, хороший вариант, да, кто не умеет пользоваться титрами, обязательно на этом сайте увидят уже, что написано, потому что Александр, кто ведет, человек, который ведет, наш партнер, да, именно вот этот сайт «Воронку», все абсолютно переводит, и в хорошем переводе варианты, именно я имею в виду, такой хороший русский перевод, не так, как титрами там можно что-то понять, что-то не понять, один додумал, там третий еще что-то недослышал, недопонял, то на этом сайте вы уже четко, конкретно будете уже знать ту информацию, которая у вас есть. Поэтому, ребята, пользуйтесь этим сайтом, вы всегда будете в курсе. Пользуйтесь обязательно в вашем бэк-офисе ТВ Либерта и следите за информацией. Более того, следите за теми вещами, что называются алерты. Без алертов на сегодняшний день ничего, без официальной информации мы ничего не делаем, без инструкции мы абсолютно ничего не делаем, да и что нам делать, да? Когда есть инструкция, мы знаем дальше шаг, есть инструкция, мы знаем шаг. Это официальная информация от компании,
И по неофициальным информациям мы просто-напросто лишние шаги с вами никогда не делаем. Поэтому спокойно работаем также в рабочем режиме, ждем начисления за прошлую неделю, ну, у кого все правильно, и за 44-ю, надеюсь, тоже вам доначислят. А далее делаем уже оплаты с учетом новых правил, а мы их оглашали на прошлой неделе. Еще раз смотрите все наши видеоролики, сайт «Воронка», там тоже все написано. И, конечно же, всем вам хорошей, плодотворной этой недели. Завтра, послезавтра встреча с новичками, в четверг, пятница, пятница маркетинг. В среду, кстати, вот еще, все, кто просился к Юре, в среду у нас после презентации в 20:30 по Москве Юра проведет школу по Фейсбуку, то есть как работать на Фейсбуке. Поэтому вы можете ему там и вопросы задать, и еще он там скинет уже на, допустим, ссылочку, наверное, на чат или там свою ссылку. В общем, не знаю, одним словом, школа в среду, все, кто хотел бы пообщаться с Юрием по работе на Фейсбуке. Вот эта информация очень важная. Поэтому, ребят, всем хорошей нам с вами недели, всем пока.